Сейчас узнаем, сколько у нас фруктики стоит. Морковка. Евро кило. Вот это что такое? Это горох, нет? Евро 60 кило. Недорого. Здесь нормально, да? Цены. Евро кило помидоры. Ну-ка. Это что такое? Брокколи. Брокколи. Целая вот такая смесь капусты такая. Ага. Все, евро 40 стоит. Ага. Да. Капуста вот такая, 1 евро 40 стоит. Брокколи евро стоит. Картофан. Сколько стоит картофан? 60 центов стоит. Такая картошка, не знаю, мальтийская или не мальтийская, но вот такая вот картошка. Лук. Цена лука неизвестна. 50 центов стоит вот эта вот штука. Это салат или листья, или это капуста тоже. Здесь все есть. О, перец болгарский или мальтийский, 2,50 евро. 4 евро. Видать, красный, наверное. А, нет, еловый, это желтый же. Желтый, 4 евро. А, зеленый, 2,50 евро. И здесь огромные лимоны. Какой-то вообще странный лимон. Брит. Цена лимонов неизвестна. А вот мандарины стоят 2 евро килограмм. Яблоки евро 80. Бананы евро 40. Огромные такие эти баклажаны евро 60. Евро 50. Такие вот примерные цены, друзья, на фрукты на Мальте. Дело в том, что это вот видите, вот такое на машинке переезжают. Есть еще, которые встроены в дома. И насколько я заметил, которые встроены в дома, вот эти продавцы фруктов, они стоят, у них цены выше, чем вот в этих машинках. И в некоторых местах бывают очень дорогие цены. В некоторых местах, вот как вы сейчас видели, то есть это примерные, средние, скажем так, цены. Что, пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.